баскетбол в Самарской области очень развивается бурно, особенно в последнее время, и школьная баскетбольная лига является важной составляющей частью. Участвовали все муниципальные образования, 459 команд представляли их в нашем чемпионате. В финал вышло 4 команды мальчиков, 4 команды девочек. И география достаточно широкая, поэтому ждем очень интересных игр. Я думаю, что будет это весело, задорно, как всегда, на финалах КС-баскет Самарской области. Матч или матч звезд, можно сказать так. Это одна из интересных составляющих частей финала региона. В нем будет участвовать, скажем так, люди баскетбольной общественности, в частности, естественно, президент Федерации Виктор Федорович Сазонов, вице-президент баскетбольного клуба «Красные крылья» Сергей Тимофеев, вице-президент клуба «Политех» Евгений Франк и первый вице-президент Федерации баскетбола Самарской области Виталий Коротких. Так что, да, и ваш покорный слуга. Матч будет действительно интересным, ну и традиционно от КСБаскета на нас в составе нашей сборной звезд будет олимпийская чемпионка Светлана Антипова, которая и мастерство ее, и ее характер всегда добавляет изюминку этому матчу. А против нас будет играть сборная школьников, и это тоже интересно, потому что каждый раз для них они друг с другом играют первый раз, поэтому, ну, выиграть все время хотят, будем посмотреть, как это получится.